что-то про фею Никс. Школы фей Барабона поручили девочкам важное задание. Им предстоит отправиться на Землю, в самый центр суровой реальности, чтобы найти там последнюю земную фею и получить новое превращение в реальность. Какие сюрпризы ожидают фей в России? Где-то на окраине Москвы. Но какие карты? Новейшие земные технологии. А я, между прочим, ознакомилась с музыкальными вкусами землян. Вот, послушайте, что нашла. Сейчас я попробую посетить мою электронную головную лицензию, найти там наши сотрудники, которые не
Лейтенант полиции Иванов Иван Иванович. Да, забыл показать удостоверение. Прошу прощения. И специалист по делам несовершеннолетних. Кстати. Вы что, закончили школу красного фонтана? Это на не вибрирует. Он просто хотел, чтобы я расписалась здесь. Ну, сказал бы сразу, никаких проблем. Какого хуя? Так, все быстро в машину. Хотя бы родственники, ну или друзья, чтобы подтвердить вашу личность. Да вы вообще знаете, кто я? Я принцесса планеты Солярии, ох да. Солярии? Ты что, свой салон держишь? Нет, я фея Света. Ну а я фея Наташа. Дальше что? Ох, эти земляне невыносимы. Невыносимы, девочка? Это когда не хватает пары сотен на отдых в Сочи. Понимаете? Ну, а я пойду. А вы думаете, что предложить мне, дабы оказаться на свободе? Не понимаю, что она от нас хочет? Взятку? Чего не понятно? Взятку? Да, это своего рода земная магия. Я читала. А еще там было про НДС, коррупцию и налоги. Впервые слышу, у нас такого нет. Повезло вам. А как сюда занесло? Тоже работали? Да, у нас важное задание. А, элитные. Костюм перешла, любимый. Ой, спасибо, я знаю. Так что случилось-то? Нам надо было искать человека, но мы отнеслись к нему предвзято. И вот результат, что же нам делать? Я вас прекрасно понимаю. С таким иногда бывает трудно найти общий язык и попытаться стать ближе. А ведь именно эта задача перед нами стоит. Ну, если стоит, то полдела сделано. В любом случае можно просто вы, наверное, такая опытная фея. Опытная фея, медсестра, школьница, что угодно. Теперь мы все поняли и, кажется, знаем, что нам делать. Пап, я пришла. Да, хорошо, хорошо. Я скоро освобожусь. Сиди пока там. А вы что тут делаете? Мы все осознали, подожди. Выслушай нас, мы не хотели тебя обидеть. Мы были неправы, не стоило относиться предвзято к такому доброму человеку. Но нам очень стыдно за свои слова. Прости нас, если сможешь. Если бы мы сразу приняли твою помощь, мы бы не оказались здесь и смогли бы получить новые превращения. Хорошо. Кстати, я вас узнала. Вы Вилс. А я с детства мечтала попасть к вам в клуб. Ну так добро пожаловать! Вы что, знакомы? Да, это мои подруги. И мы обрели паспорта, так что отпусти их, пожалуйста. Без зеленых я не привык отпускать кого-то, но ради тебя, конечно. Зеленых? Возможно, я могу помочь. Я же фея природы.